Доброе утро! Доброе утро! Мы рады снова встрече с вами. Сегодня у нас будет замечательное утро, так как посвятим мы его цветам. Редко кто не любит цветы. Женские полны верняка все, и все мечтают, чтобы им дарили цветы, можно даже и каждый день. Да, а вот мужчины думают наоборот, считают, что это бесполезная трата денег. Вот на все эти темы мы как раз-таки сегодня поговорим, узнаем символичное значение цветов, а также полюбуемся очень красивыми цветочными композициями. Как говорит Википедия, флористика или флористический дизайн – это создание флористических работ из разнообразных природных материалов – цветов, листьев, трав, ягод, орехов, которые могут быть живыми, сухими или законсервированными. Работа флориста, наверное, самая приятная работа в мире. Представляешь, ты целый день среди цветов, чувствуешь этот аромат, наверняка это так расслабляет. Я тебе не могу ничего сказать, а вот наши гости уверенно расскажут нам все об этой прекрасной профессии. У нас в гостях флорист Елена Турдиева из Дома цветов Гудвин. Давайте знакомиться. Давай. Елена, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Елена. Очень рада вас видеть. Спасибо, что вы пришли к нам. В нашей такой цветочной студии настоящей, ну мы действительно не представляем, каково это быть флористом целый день среди цветов, причем таких красивых. Как вы пришли в эту профессию? Эта профессия очень интересная и очень древняя профессия. Этой профессии, конечно, нужно обучаться, потому что, как и все остальные профессии, она требует навыки. Древняя профессия, неужели? Это что, прям уже очень давно создают букеты? Да, конечно. Уже с 5 века это букеты невесты были особенные. Уже букеты. Тогда, да? Начинали. Расскажите вообще о профессии флориста. Как это, к чему, откуда пришло? Что, чем должен обладать, какими навыками флорист? Флорист должен знать очень многое о цветах, о сочетании цветов. Какие цветы с какими можно сочетать. Не только в цвете, но и их семейством. Ага, то есть это... Они как-то прям будут влиять друг на друга, если вы неправильно как-то составите букет, либо это просто считается, ну, не знаю, просто дурной тон? Да, это иногда считается дурным тоном, потому что есть королевы, а есть придворные. Что, правда? Ну-ка расскажите. Да. И кто у нас, например, королева? Лилия. Лилия одна из королев, их несколько. Да? Ага. Да, королева считается Роза, но она любима многими женщинами, классика, это классика. Королевой также является орхидея. Особенно в азиатских странах она была цветком именно знатных особ. А вот эти вот придворные вот эти цветы какие? Полевые! Вот эти уже, которые все уже. Полевые. Да, Евгения. Да. А что вот, ну розы, да, с полевыми, да. Нет, а мне кажется, да, вот, может быть, я не права, но у каждого цветка есть свой срок, да, то есть какие-то быстро очень вянут, какие-то стоят долго. От этого зависит сам букет, вот как его правильно собрать, чтобы не так, что одни через день завяли, а вторые еще вроде там держатся. Да, тоже, конечно, да, зависит. Конечно, зависит, потому что полевые цветочки, они стоят меньше. Да, они очень быстро. И, конечно, с розами, если их поставишь, то розы еще у вас сохранятся, но, например, ромашка, она может уже увядать. Угу. И букет уже, соответственно, становится не таким приглядным. А я, честно говоря, даже не знала, что есть вот такие ограничения в цветах, королевы, придворные. Например, если кто-нибудь создаст букет, ну, я думала, что это чем оригинальнее, интереснее, а тут вы увидите и вы подумаете, да, нет. Это не флорист, это чисто это какой-то любитель, да? Взял королеву, понимаешь ли, с ромашкой рядом поставил, да? Да. Это все. Ромашка не очень будет хорошо смотреться с розой. Не будет такого сочетания красивого, органичного. Mm-hmm.
любимый цветок? Вот самый простой — это мускари. Ой, я даже не знаю, что это. Самый простой. Опишите его. Это маленький цветочек голубого цвета. Мускари. Его еще мышиный гиацинт называют иногда. Даже, и такого даже названия не мы не знаем. Какое бы оно ни было простое. А вы, вот как долго вы в этом, в этой профессии? И вообще, как вы к ней пришли? А у меня есть друг, он флорист, уже со стажем. И он мне предложил просто поехать в Казахстан и учиться флористике. Ага. Есть сочетание и цвета, плюс сама композиция, форма ее, это большое значение имеет. Даже если, например, вы делаете венок, новогодний, то нельзя цветы ставить против часовой стрелки. Это уже траурная флористика. Нужно ставить только по часовой стрелке. Там есть такие нюансы, да. Слушайте, а там очень много символов, да, вот в цветах, в букетах, символика присутствует? Да, конечно. Многие клиенты спрашивают о том, например, я поссорился со своей возлюбленной, например, какой цветочек лучше подарить? Ага, и какой? Есть такой цветок, его называют диантус. Запоминайте. Да. Дельфиниум. И он говорит о том, что я провинился, и прости меня. Такой, как да? Вот прости это меня. Вот это желтые розы к разлуке, или что, желтые цветы, работает? Или это так у нас? Это, наверное, больше миф, потому что очень красивый. Ну, а подожди, ты, Флорис, сейчас нам скажет свою правду. Я согласна, это миф. Да? Потому что желтый цвет, если смотреть по цветовой палитре и азбуке цвета, то это цвет дружбы, дружелюбия, цвет радости, но не разлуки. Ну вот и все. Да, сейчас это какой-то я буду спать миф. Спокойно. Ну вот точно так же, как, например, да, гвоздики. У нас очень плохо люди относятся к этому цветку. То есть он считается тоже больше как ну, такой, не то, да, что плохо, траурный. Просто уже привычный, да. Ну вот он больше какой-то такой считается. То ну вот посмотри, вот это же гвоздики. Вот, да, вот это же что это за чудо? У нас, это да. Какая-то современная гвоздика? А это привозная или это здесь выращивают? Это привозная гвоздика. Их сейчас на самом деле более 100 сортов. Гвоздик, даже только цвета. Гвоздик. Только гвоздик, да. Надо, и да. К нам в Узбекистан приезжает очень большое количество. Ну, именно разнообразие цвета. Есть и персиковые, есть очень даже кофейные красивые. Они прям цвета капучино. Боже мой. Бывают сиреневые, лавандовые, ярко-желтые. Их огромное количество. Я тоже даже не видела больше половины цветов, которые вы перечислили. Гвоздика. Род многолетних растений семейства гвоздичный. Латинское название этому растению присвоил Карл Линней. Он образовал его из двух греческих слов «диос» – «божественный» и «антос» – «цветок». В результате название «диантос» переводится как «божественный цветок» или «цветок Зевса». Регистрацией сортов гвоздики занимается Королевское садоводческое общество. Этот огромный род содержит так много разнообразных форм, что далеко не все современные систематики при таком разнообразии и трудности различения могут обозначить точно или приблизительно число видов. Практически все известные виды гвоздик растут в средиземноморском регионе Европы, Северной Африки и Азии. Благодаря деятельности человека эти цветы распространились на территориях североамериканского континента, Японии и Гималаев. Гвоздика является не только красивым декоративным растением, но и широко применяется в медицине для лечения различных заболеваний. Некоторые исследователи утверждают, что запах гвоздики помогает сгладить внутренние противоречия и стимулирует положительные эмоции. А вот смотрите, когда бывает ли у вас такое, что вот приходит к вам покупатель, да, клиент, и говорит, я хочу букет, но вот не знаю какой, вот сделайте что-нибудь, вот как вы? Наверное, каждый второй такой, да? Здесь же тоже, наверное, какая-то психология должна быть. Вы должны за пару каких-то бесед, вопросов с клиентом понять вообще его настроение и что, и как... Вкусовые предпочтения. Мы в этих случаях спрашиваем, для кого этот букет? Ну, например, для женщины. А какой повод? Если комплимент, то тогда лучше подарить что-то маленькое, скромная, потому что это же комплимент. А если это какой-нибудь юбилей, день рождения, награждение, то тогда можно подарить что-то большое, объемное. И цветы, соответственно. Если это комплимент, то можно подарить что-то полевое, те же тюльпаны, ромашки.
Еще можно спросить про возраст. Ну, как бы аккуратно, да? Ага. Потому от что этого цвет... зависит. Я прям представляю, приходит и целую ситуацию рассказывает. Кому, куда, чего. Очень интересно. Бедные мужчины, я думаю, они очень теряются при выборе, тем более, таких вот сегодняшних цветов. Это большая ваша заслуга, да, как-то их направить в нужную сторону. Иногда бывает такое, что клиент, может быть, ему что-то не нравится. Угу. Мы ему говорим, вы подарите этот букет. Не для себя же берете. А потом вы нам расскажете о реакции девушки. Да. Ага. И на последующий раз он уже говорит о том, что реально этот букет произвел впечатление, и он понравился. Да. Он подходил для этого мероприятия. У нас очень любят такие именно вот объемные, да, массивные букеты, вот чтобы вот понятно вот было по букету, да, отношение человека. И также часто я встречаю на каких-то мероприятиях, когда дарят очень такие необычные, это больше похоже на икебану, то есть это уже не букет, это какое-то произведение искусства. Икебана. С японского языка переводится как «живые цветы». Это японское искусство составления букетов, имеющее глубокие сакральные традиции. Считается, что икебана зародилась вместе с распространением буддизма в Японии. Свежесрезанные цветы, побеги размещали в специальных сосудах, создавая уникальные цветочные композиции. Каждый цветок обладал определенным значением и выполнял определенную цель. Постепенно икебана стала искусством, которое изучают в специальных школах. Ученикам необходимо проникнуться духом цветов, чтобы выразить свое внутреннее «я» с помощью букета. Составляющие букета являются символами, а их расположение отражает жизнь и движение. Букет икебаны обязательно асимметричен. В него могут входить не только цветы, но и высохшие веточки, стебли, листья. Икебана должна представлять собой единую композицию вместе с формой вазы, сочетаться с материалами и цветом. Постепенно икебана превратилась во всеобщее увлечение. Это стало причиной появления и развития множества школ и разных стилей. К наиболее известным в Японии школам относятся Икенобу, Охара и Согэцу. У вас есть какие-то, не знаю, тренды или что-то? Вот приходит человек и говорит, а вот что сейчас, вот что в моде, да? Цветы? Есть такие вообще тренды у флористов? Вот. Бывают, конечно. Даже что в упаковке сейчас в моде? Букета. Сейчас вообще во всем мире очень модно делать разноуровневые букеты, где ты видишь у каждого цветка высоту? Да, свою высоту, ножку видишь. Там немножко ее видно, и ты уже видишь, какое движение у цветка. А здесь вот цветочка, да, немножко оно пошло в сторону. И вот в таких букетах видно такой букет. Он живой. И если ты смотришь на него с разных сторон, он открывается по-разному. А кто вот эту моду вносит? Есть очень много флористических конкурсов, на которых флористы показывают свои работы. Я думаю, что вот оттуда, от чемпионов этих конкурсов, и идет вот эта мода. А вы участвовали в каких-то конкурсах? Да, я участвовала. Я даже не представляю, какой красоты это должен быть конкурс. Ты представляешь, как судьи справляются с этим? Ой, это тоже, наверное, очень сложная задача. А по каким критериям они судят? По оригинальности букета? Это, можно сказать, самый низший балл, за который оценивают. А, да? Там есть очень много нюансов. Как они стоят, есть ли у них жизнеобеспечение. Они смотрят, как вы их почистили, правильно или нет. Как, по времени это обязательно. Сколько есть занимает время. А я по оригинальности букета. Да. Кстати, интересные факты. Осенью 2018 года финская почта совместно с Ассоциацией флористов этой страны организовали конкурс на лучший дизайн марок с флористической тематикой. Всего было выслано 83 работы. В результате голосования жюри выбрало 3 лучшие. Но, как сами жюри отмечают, выбор был очень сложный, и почти все работы претендовали на лучшие места.
Могу себе представить. Такая интересная задумка с публикацией марок с флористическими работами не является уникальным событием. Стоит отметить, что в 2011 году подобные марки были выпущены в Чехии. Тогда они были приурочены проходившему в стране чемпионату по профессиональной флористике. Давайте посмотрим наш сюжет. По-настоящему популярный флористический фестиваль «Флёр Амор» пройдет в этом году уже в 24-й раз, традиционно в красивейшем старинном замке Альденбизен в Бельгии. На 3 дня территория замка Альденбизен, раскинувшаяся на 43 гектарах, станет площадкой для смелых идей и экспериментов для лучших флористов Европы и всего мира, которые в очередной раз попытаются превратить это место в самую настоящую сказку. Примерно за несколько месяцев флористы получают от арт-комитета задание о том, какая часть замка будет украшена их работами, и озвучивается главная тема, которая должна быть отображена в их композициях. Каждый фестиваль не похож на другой. Это настоящая феерия красок мирового уровня. И каждый раз он особенный, потому что всегда есть различные тренды, новые цвета и непоказанные комбинации. Вы, я смотрю, пришли к нам не с пустыми руками, и вы себе не представляете, как мне прям вот все это хочется скорее потрогать, пощупать, потому что, ну, я никогда не видела такой красивой проволоки, да, проволоки, розовая проволока. Что вы хотите нам предложить сегодня? Я хочу сегодня с вами сделать букет. Его можно подарить на любое событие, на день рождения. И маме, например. На 8 марта. И его сделать не так сложно. Вы думаете, мы справимся? Я уверена. Сложно, говорит нам флорист, который учился так много времени. Ну, давайте попробуем. Давай. Я с удовольствием. Да. Что нам нужно делать? Вы нас полностью координируете. А, скажите, пожалуйста, это ведь натуральное, да? Да, а это нет? Папоротник. Ты представляешь, что это натуральный папоротник? Он просто покрашен. Он так блестит и сияет, и сверкает. Да. А скажите, Елена, вообще мужчин или женщин, кого больше в этой профессии? В нашей стране пополам. А, да? 50 на 50. А как вообще вот мужчина может быть флористом? У него вот это вот, что вот это присущая какая-то любовь к цветам, что это эстетика, это как вырабатывается же у них, или это уже идет как-то... Как вы это ловко делаете? Хоп. Да, у флориста есть инструменты, не только нож и секатор. Флористы часто пользуются кусачками, плосками. Я понимаю, почему мужчин в профессии этой много. Да, но, честно говоря, флористов, если знаменитых брать флористов, то больше мужчин, конечно. Но почему-то они везде вот и поспевают, а везде. Лучшие повара – мужчины, лучшие флористы – мужчины. У мужчин, ну, получается, знаете, времени у них больше. Мужчины очень хорошо видят форму и цвет. Только, ну, можно сказать, вот в флористике они преуспевают, наверное, благодаря этому. Да вы что? Они очень четко это видят, и поэтому им легче работать. Ну ладно. Ну вот вы это, придется, наверное, поверить. Да, это наш круг. Что это такое? Это... Основа? Это основа для нашего букета. Сейчас мы с вами будем делать... Мы будем с вами нанизывать наши гвоздички на эту проволочку. Так, в середине бутона. Аккуратно. Оп. А вот прям вот с этой ножичкой? И вот, и будем ее. Нам нужно заполнить все пространство этой проволочки. Да вы что? Я сейчас вам покажу. Окей, Юля, ты слева, я справа заходим. А вот как, вот мы сейчас, мы не ломаем цветок в плане, он не умрет? А у нас ножки будут задействованы в букете? Да, это обязательно, нам нужно будет жизненное обеспечение для цветочков. Мама, я это делаю. Ну вот, наверное, знаете, наверное, еще нужно тут какие-то другие иметь качества, потому что вот по мне мы сейчас делаем прям больно цветочек. Мы можем вот так вот сделать, чтобы они сложились, вот так, ага. Чтобы они у вас не ломались. Видите, я бы даже не догадалась, тут еще и логика должна быть. А вот смотрите, очень часто, когда вот в последнее время, когда какое-то мероприятие, люди предпочитают дарить живые цветки в горшках. Можно его оценивать так же, как букет, собранный вот профессиональным флористом? Я думаю, что это нужно смотреть на человека, которому вы дарите. Потому что не все, честно говоря, любят горшечные растения, так как за ними надо ухаживать. Да. А за каждым цветком нужен свой уход.
И от этого... Не все это знают. Да, не все это знают. Ага. И современным ритмом жизни не все успевают это делать. Согласна. Поэтому лучше спрашивать у человека. А как вы относитесь вот к этой позиции, когда говорят, ой, цветки, 2 дня постояли, потом мусорку, жалко. Деньги на ветер. Вот все. Ну, я думаю, что цветы, они нам для настроения. И как бы это очень большая составляющая нашей жизни, настроение. И в доме они должны быть, почему бы нет. А для того, чтобы они стояли у вас не 2 дня, есть тоже свои секреты. Секреты, какие? Да? Расскажите. Вот, я знаю, что это вот это вот срезать ножку, добавить сахар. Кто-то из телезрителей, да, еще не знает, как вот ухаживать за букетом. Вот. А, ну, во-первых... Подарить с душой. Да, это первое. Это, знаешь, это такой из народа, да? Да. То есть если букет подаренный без души, то он на следующий день начинает вянуть. Есть же такой, вот говорят очень часто. С любовью подаренный, он стоит долго. Вот моя мама именно так всегда говорит. Ну, если рассматривать вот в этом плане, то такое тоже, конечно, есть. Но я думаю, что цветочки все это чувствуют. А вот как быть человеку, у которого постоянные аллергии на цветы? Вот у меня есть подруга такая. Вот я такая. Моему мужу очень сильно повезло. А сейчас ты чихать начнешь? Я уже начинаю. Но, не, видимо, не от всех. Вот ведь цветы, ровно так, как делятся на королев и придворных, они делятся, да, на какие-то те, которые с пыльцой как-то, да? Вот как можно? Ну, вон гвоздика, походу, твой. Нет, я чувствую, что это да? Цветы. Да, это не мой. Ну, я... Есть цветы, которые пахнут очень мало, у них аромат очень тонкий и, можно сказать, едва заметный. Чаще всего это голландские розы, которые уже такие обработанные, и у них нет вообще аромата никакого. Ой. Поэтому... Зачем бы они нужны, да? А такие? Вот для таких людей, у которых аллергия. А, голландские розы. Вот так, так что своему розы. Мужу не особо, я бы да. сказала, повезло. Самые дорогие. Ну вот на самом деле так, потому что мой супруг знает, что мне бесполезно дарить цветы, они сразу уходят в дальний самый уголок, либо я буду всю ночь чихать. Кстати, насчет Нидерландов. 19 января в Нидерландах официально начался новый сезон тюльпанов. Чтобы отметить это событие, в этот день в самый центр Амстердама, на площадь Дам, привезли порядка 200 тысяч живых цветов и раздали их всем желающим. Национальный день тюльпанов здесь отметили уже 8-й раз. Ведь эти цветы – один из символов страны. Давайте посмотрим наш красивый сюжет. Если вы желаете увидеть голландские поля тюльпанов в цвету, вы должны приехать в Голландию в апреле и мае. Именно в этот период свои двери открывает крупнейший в мире цветочный парк Кёкенхоф. Это парк, в котором ежегодно выращиваются более 7 миллионов цветочных луковиц. В садах и 4 павильонах представлена фантастическая коллекция тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, орхидей и многих других цветов. Вы будете потрясены незабываемой симфонией цветов и ароматов. Несмотря на то,
что парк открыт лишь 8 недель в году, он ежегодно привлекает около 800 тысяч посетителей. Без сомнений, это наилучшее место для того, чтобы посмотреть на тюльпаны в Голландии. Одним из ярчайших событий весны для местных жителей и многочисленных туристов на протяжении многих десятков лет остается фестиваль тюльпанов в Голландии. Каждый год жители Нидерландов и те, кто хоть раз побывал в этой стране, с нетерпением ждут весны, чтобы увидеть, как же на этот раз удивит их природа в совместном творчестве с талантливыми цветоводами и садовниками. Миллионы цветов и труд сотен добровольцев делают возможным проведение самого великолепного в мире парада цветов. В Голландии во время цветения их любимого цветка праздники, выставки и фестивали тюльпанов устраивают в разных местах страны. Но самый грандиозный, самый известный, самый значимый и самый восхитительный фестиваль тюльпанов – это цветочный парад «Блюменкорсо», который устраивают здесь ежегодно. Это грандиозное шоу цветов по своей масштабности, динамике, яркости и эмоциональному накалу можно сравнить разве что с карнавалом в Бразилии. 20 огромных платформ и 30 богато украшенных автомобилей следуют по 42-километровому маршруту от Нордвика до Харлема. На этот красочный спектакль цветов каждый год собираются сотни тысяч зрителей из Голландии и других стран. Очень много сейчас интересных новых видов цветов. Ну, может быть, они, конечно, не новые, но, во всяком случае, простым обывателям. Да. Например, вот мне очень нравится сейчас, когда современные букетики делают, добавляют какую-то капусточку прям. Вот прям настоящие вилочи капусточки. Что это за красота? Откуда это? Это брасика, это капуста. Так она и есть. Да. Декоративная капуста. Она очень стойкая. Но пахнет прям вот настоящей капусткой. Ага, то есть это такой букетик с брасикой, букетик с подарком, сюрпризом, да? Через 2 дня квашеная капуста к вашим услугам. Да. А еще какие есть новые такие современные цветы? Может быть, они специально выведены или что? В нашей стране сейчас выращивают потрясающие розы, которые не уступают голландским розам и вот эквадорским розам. Молодцы. И буквально совсем недавно у нас стали выводить розу, которая считается английской розой. Эту розу вывел около 70 лет назад англичанин. Это кустовая роза. И этот флорист вывел ее для букета невесты. Это специальный цветок именно для невест. Сейчас очень популярные цветки, вот прям как в колбочке, как с красавицей чудовищем. Это живая роза, которая да. Как вы к этому очень относитесь? Много лет живет. Это что? Это как считается вот в мире флористов? Так себе? Моветон? Ну, это стабилизированная роза, это живая роза, она специально обработанная. У меня еще есть место. Я вам еще дам цветочки. Ага. Я думаю, вот этого будет достаточно. Все. Ее специально обрабатывают, и она от 4 до 8 лет может храниться в этой колбе. Угу. Ну, там тоже есть свои секреты. Если вы ее будете оберегать от пыли и влаги, то она у вас до 8 лет будет стоять. Вот. Но мне кажется, такой цветок это должен дариться тем, у кого нет дома детей. Да. Потому что у кого, если есть дома ребенок, то в 2 месяца это край, который будет жить эта колба. Каждый год в Чангмае в Таиланде проходит фестиваль цветов. Это невероятно красочное зрелище. У нас есть сюжет, давайте посмотрим его вместе. Каждый год в Чангмае проходит фестиваль цветов. Да и название города Чангмай в переводе с тайского как раз и означает «много цветов». Впервые цветочный праздник прошел в 1977 году, и тогда он планировался просто как разовое мероприятие. Но всем так понравилось, что было решено сделать его ежегодным. В эти дни местные садовники демонстрируют все лучшее, на что они способны. Огромные цветочные платформы проходят по всем центральным улицам Чангмая, чтобы зрителям было удобно на них смотреть и фотографировать. Это поистине прекрасное мероприятие начинается рано утром и заканчивается ближе к полуночи.
Тайские девушки готовятся к мероприятию особенно тщательно. Ведь на второй день фестиваля будут выбирать королеву цветов. Каждая участница специально к празднику шьет себе экзотический наряд, украшенный цветами, чтобы жюри конкурса выбрало именно ее. Помимо шествия и конкурса красоты, в рамках фестиваля проводятся многочисленные выставки цветов, конкурсы среди ландшафтных дизайнеров, ярмарки и театрализированные представления. Ну что, по-моему, что-то у нас тут наклевывается. Готова, да. Заготовка. Сейчас мы с вами будем делать форму. У нас получился веер. Так, так, так. Да вы что, вот прям вот так? Вот так. Раз. Да. Сейчас мы его соединим. Что-то рождается, я прям чувствую. А как, вот это вот, получается, вот эта проволока, она будет держать? Она будет держать наш букет. Это как бы каркас. Подожди, не трогай. Нашего букета. Просто поправила ровненько. Так, кусачки в ход. Да, кусачки в ход. Спрячем эту штучку. Ну вот еще розовая проволока. Это вы откуда-то все специально заказываете, да? Или да, что? Это специально мы заказываем с Голландии, потому что у нас это нету такой проволоки в стране. Тубально. Это специально флористическая проволока, которая не окисляется, которая не будет цветам дискомфорт причинять, поэтому как бы это все продумано. Все продумано. Так. А сейчас мы соберем эти цветочки по спирали, потому что правильный букет он собирается по спирали. Так, то есть? Это значит, что по спирали? Вот так. Интересно. Вот относительно недавно, пару лет, как у нас стали появляться вот такие коробки. Боксы, коробки, и там вот прям просто головы от цветов. Вот я чисто визуально не воспринимаю это как букет, да, потому что, ну, ты просто получаешь вот эти вот, там же они очень сильно обрезаны. Вот, а как вы к ним относитесь? Есть ли у вас такие букеты в списке ваших работ? Да, такие есть. Но я думаю, что это нужно тоже по случаю дарить. Ну, например, такую коробку можно подарить как сюрприз и в нее положить не только цветы, а кольцо с бриллиантом. Да, кольцо с бриллиантом. Я согласна. Я думаю, что сейчас опять так мужу, да? Я согласна. Я думаю, что это и было придумано для этого, чтобы, ну, потому что цветам, честно, жалко головы отрезать и просто ставить в коробочку. Но также делают коробки с длинными стеблями специально для тех, кто любит ставить, разбирать это и ставить вазочку дома. Вы сейчас уже, получается, почти весь букет собрали в спираль. Сейчас мы его поднимем. Так. Что-то мы вам должны помочь. Веер. Пока веер, да. Можете подержать. Могу, с радостью встать. Да, я... И как вот, а как вы не боитесь, что они сломаются? Нет. Раз, и все оторвутся. Так. Вы так. Сейчас делаете, придаете форму, можно? Да? Да, можно. Можно. Немножко вот так вот что? Ручки ваши. Ага. Так, чуть-чуть расслабьте. Да. Красивый цвет, очень красивый цвет. А есть ли какой-то символ у гвоздики? Да. Гвоздика часто ассоциируется с 9 мая, но на самом деле это цветок любви. И в 5 веке его дарили только, если шли на обручение. В 5 веке? Да. Его дарили только невесте, когда вот делали предложение, когда была помолвка, обручение, только в таких случаях. Надо же, и вот до нас дошла гвоздика немного в другом уже. Да, это уже было в 18 веке, стали ее дарить в основном мужчинам, в знак того, что они стойкие, смелые, сильные, а гвоздика, она именно такая, она очень стойкий стоит. Цветок. А скажите, а вообще мужским цветком что еще считается? Вот сегодня мужчинам вообще дарят цветы? В последнее время мужчинам стали чаще дарить цветы. Если раньше это было не модно,
ваши пальчики? Нет, нет. Я думаю, что все любят получать цветы. И есть именно мужские цветы, это антуриумы. Это считается вообще мужским цветком, и даже по фэншую это считается сердце Адама. Простите. Ничего, ничего, я дергаюсь тут. Его называют сердце Адама. Можно сейчас я форму выведу? Да. Так очень удобно. Вот. И его также ставят женским, и чаще их дарят в паре. Именно мужской цветок и женский. Это спатсфилум и антуриум. Например, агланема – это символ семейного благополучия. Вот мне очень нравится цветок. Они бывают и голубые, и сиреневые, и розовые. Вот один вот такой шар. Гортензия. Гортензия. Вот. А мне нравятся пионы. Я очень люблю на место. Гортензия очень красивый цветок, да. Она очень, правда, любит воду, поэтому, когда вам домой ее приносят, ее нужно поставить очень быстро, незамедлительно водичку, потому что она очень... я вот не раз видела свадебный букет из гортензии. Как она выживает тогда целый день? Там есть специальный секрет. Это флористическая губка. Ага. Они стоят в флористической губке. Давай. Надо подержать букетик. Мы сейчас перевяжем связку, чтобы не было видно нашей... Рабочие, да, ленточки. Рабочие ленточки. Ага. Пока девочки перевязывают, давайте посмотрим нашу рубрику «Вкусный завтрак». Флористов еще должны быть и сильные руки, я хочу сказать, да? Да, потому что некоторые букеты весят, ну, примерно от 7 до 10 килограмм. Бывают такие, ну, громоздкие. А еще это очень сложная работа, потому что вы стоите, да, целый день, получается, у вас стоячая работа. Да. Пока вы собираете букет, собираете композицию. Да, это очень редко, когда бывает, что, ну, чаще всего работу удобнее делать стоя, да. То есть, получается, не такая уж это и легкая, и воздушная профессия, как я себе придумала, как ты себе да. ее, да, в начале передачи нарисовала. Ну, сидит, листочки там обрезает, флорист нюхает, красивыми ленточками завязывает. На самом деле сложно. Проволоку возьми, погни, закрути. Получается, у нас сердечко. Какая красота. И сейчас мы подрежем ножки. Угу. Ножки у нас были на одном уровне. Ну, конечно, ничего не скажешь. Это красота. Да, это талант, который очень долгого труда. Еще есть один секрет у гвоздик. Их нельзя подрезать прям где есть такая коленка. Да. У него нужно чуть выше, потому что он не будет у вас пить. Ага. Вот так. Отлично. Будем иметь в виду. Записывайте. И сейчас немножко украсим папоротником. Да? Подержите. Да, конечно. Как красиво. Это все у него получилось. Сердечко у нас получилось. Так, что вы делаете? Может быть, там у нас есть проволочка, да, Женя, вы можете. Вот между гвоздичками прям скреплять их поверху, чтобы они как бы немножко над гвоздичкой порхали. А проволочку вниз, да, саму? Да. У нас получилось... Да, наша красота готова. Сердечко у нас получилось красивейший просто. Смотрите, пожалуйста. Да, букет. Смотрите, чихайте на здоровье. Ой. На самом деле это очень красивый цветок, который можно подарить и на любой праздник. Дай хоть подержу. Мамочке, например, на день рождения. Отличный повод, да. Это очень красиво. Красиво. Красота. Спасибо вам большое.
Мы сегодня себя на 2,5 минуты почувствовали флористами. И все это, остальное время. И это невероятное ощущение, очень приятное. И мне кажется, вам повезло с профессией. Мы желаем вам в этой профессии удачи, успеха, чтобы ваши букеты были всегда незабываемыми и дарились только любимым. Да, любимым. Да, спасибо вам большое. Творческих вам успехов, побольше красивых букетов. И хороших, и, может быть, и поводов, и чтобы букеты дарились и без повода. Ведь это всегда приятно, правда? Конечно. Спасибо вам большое. Вот такая поистине цветущая передача у нас сегодня получилась. Спасибо, что были с нами. Дарите цветы по поводу и без. Да, ну а мы прощаемся с вами. Смотрите нас на канале Зор ТВ. Пока-пока.